Здравствуйте! Вы со мной на канале Остроумно, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Яйца. Яйца содержат аминокислоты, витамины и минералы. Они являются источником ниацина, который питает мозг и способствует образованию половых гормонов, витамина К, холина, улучшающего память и выводящего яды из пищи. Яйца предотвращают развитие рака молочной железы. Употребляйте 3-4 яйца в неделю. Бобовые. Бобовые – самый лучший источник белка. Употребление бобовых оказывает омолаживающее действие и способствует продлению жизни. Зеленый салат. Зеленый салат богат калием, фосфором, кальцием, железом, цинком, магнием, хромом, витамином С, содержит всю группу витаминов. Из-за фолиевой кислоты показан пожилым людям, так как в комбинации с витаминами она улучшает работу мозга и нервной системы. Груши. Груша содержит йод. Минеральный состав груши обеспечивает нормальную жизнедеятельность клеток и кислочно-щелочное равновесие организма человека. Грейпфрут. Грейпфрут содержит множество витаминов, снижает уровень плохого холестерина, помогает сжигать жиры, улучшает обмен веществ, полезен в случаях ожирения и сахарного диабета. Орехи. Если употреблять орехи в меру, вы получите много витаминов и микроэлементов, которые не помешают похудению, но даже помогут. Они прекрасно притупляют чувство голода и помогают дожить до обеда. Злаки. Овес помогает обменным процессам, выводит холестерин. Рис помогает центральной нервной системе влиять хорошо на состояние кожи. Кукурузное масло укрепляет стенки сосудов. Кукурузная вода, в которой варилась кукуруза, помогает нормализировать обмен веществ. Супы. Суп – сытное и легкое блюдо, менее калорийный, чем вторые блюда, и улучшает перистальтику кишечника. Постная говядина. Постная говядина богата белком, содержит цинк. Говядина содержит около 20% дневной нормы железа, что помогает бороться с усталостью. Тофу. В тофу больше кальция, чем в молоке, имеет мало калорий, содержит мало углеводов, легко усваивается. В 100 граммах продукта содержится столько же белка, сколько в одном яйце. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграме и Фейсбук, ссылки есть в описании. Всем пока!